Добрый день! Канал Звукомания представляет новый очень кальян, который вы можете сделать сами. Берете, замешиваете глины, вот такой вот кусок. Ну, тут всего лишь полкило. Замешиваете. Выйдет рублей на 50 глина. Вот такой можете поставить. Вот такой вот. Вот такая вот чаша у нас примерно будет. Сейчас мы ее еще чуть замесим, сделаем. И у нас получится... Это вот у нас будет трубка, которая вставляется. И у нас получится самый дешевый кальян в мире. То есть вставляем вот так вот. Трубка пластиковая, самая простая, которую вы найдете в магазине за 6-7 рублей. Вытягиваем. Вот так вот. Так. Так, теперь берем ножницы, все это дело отрезаем. Дуется великолепно. Так. Так, ну, скорее всего, еще, наверное, срежем вот этот вот. Потом он слишком длинный будет у нас. И трубка наша не достанет до воды. Блин. Так. Так, нет, давайте возьмем новую трубку. Так. Так вот делаем. Продавливаем ее туда. Так. Этот кусок мы срезаем. Вот у нас получилась вот такая вот основа. Так. Теперь берем другую трубку. Такая у нас будет трубка. А вторая трубка, это у нас будет трубка для вдува. Она у нас получится вот такая вот. Так. Еще чуть дальше. Вот. Вот такой у нас кальян получится. Вот тут вот замазываем все. Тут сверху тоже заделываем. Так, это у нас будет фольга накрываться. Так. Не бойтесь, глина не растрескается. Просто надо хорошенько замазать, чтобы не было никаких дырочек. Нигде. Вот такой вот у нас получился кальян с очень глубокой чашей. Дуется очень хорошо, великолепно. Все нормально. Так, да. О, а ну-ка еще раз. Все хорошо. Так, сейчас мы помоем руки и уже сделаем табак. Ну вот мы и сделали нашу чудо-колбу. Ну, вот такая у нас получилась она. Вот тут у нас табак, кусочки фруктов. Вот такая вот. Теперь сверху закрываем фольгой. Осторожненько.
Ну, вот так вот у нас получается. Так. Вот такая конструкция у нас получилась. Вот. Так, сейчас тогда подожжем фильтр. Ой, этот уголь. И... Так, у нас сейчас мы попротыкаем чуть. Так, смотрим, как дуется великолепно. Ну, в случае чего сделаем еще пару дырочек. О, тут такое вот у нас получилось. Так, сейчас чуть позже угли сделаем и продолжим. Посмотрим, как он курится, хорошо или нет. Давай. Раз, два, три. Курица хорошо. Как настоящий кальян. Там угли.